Приветствую, друзья, на канале Pro Gamer Television. С вами Сафир 3 Тройки, и мы начинаем проходить на сборке Project Brutality 3 в ад Плутония 2. Так, ну что ж. По-моему, Truly Nightmare. Давайте, поехали. Ревенант настроил мне сборочку тут. Так, надо посмотреть, все ли у меня там этот работает. И погоним. О, бля, и сразу, бля, такой бонус. Бля, критическая амуниция. Ёпта. Да, действительно, так. Блять, это что такое за хуйня? Может, я не тот этот включил, пиздец. Я надеюсь, они тут не оживают, сука. Где это, блядин? Блять, и с этой стороны, сука, лезут во все щели. Дымиться будет. Ой, блять, уже прыгает, сучара. Там еще, по-моему, за ним был. Нет? А, о-о-о-о, бля, понеслась. Пизда по кочкам. А, бля, пулеметчик сейчас собаку расстреляет. Так, и здесь, блядь, сейчас подарки будут. Ну чё, блин, давай. Ах ты, сука. Блядь, вес. Быстро очень. Ах ты, тварь. Ладно, блядь, что-то я тут застоялся. О-о-о, жратва пошла. Так, здесь закрыто. Ясное дело. Кто, мать твою, стреляет там, сука? Блять, а. Да жри ты его, сука. Все, походу, дело. Блин, хуй поймешь, куда стрелять-то, а? Здесь тоже закрыт. Смотрите, где фонарик у меня? Вот, фонарик. Ну и фонарик, блядь. Привык в других играх фонарики. Так, здесь кнопочка, наверное, должна быть. Да? Это еще что за нахуй такое? Здесь, блядь, надо сохраниться. Да пиздец. Это что за нахер такое? Что-то не было, не понял. Почему все закрыто-то? Что-то, блядь, непонятно. А, ёпта, это что здесь просто переход, ёбаный в рот. Туплю вообще прям по-черному. Бля! Ты ёбнулись, что ли? Блять, заебал этот дятел, сука, всю малину портить. Смотри, да?
Блять, он все как стреляет. Песка. Да ладно. Ёбаный в рот. Пиздец. Потом, блядь, взрывай бочки. Блять, что, неубиваемые, что ли, сука? Что-то, блядь, открылось. Ёбаный в рот. Чё за херня? Чё, блядь, за дама? Пиздец. Ах ты, сука, смотрите. Блять, мне бы аптеку найти, сука. Блять, это с той стороны, ёбаный в рот. Они две открылись, блядь. Да. Герой нахуй. Управление такое чуть не очень удобное, блин, пиздец. Не пойму, что творится. Ого, маленько. Вот сука. Ой, блядь. Сука, бля. Ой, блядь. Что-то совсем, блядь. Что это было? Ладно, надо во вкус зайти, зайти, блять. Давно не играл. Пиздец. Привык, блять, вот, честно говоря, вот в других сборках, когда там, знаете, винтовка стреляет, баба-бабах. А здесь не, нихуя. Так, ну мы здесь пока поосторожнее так будем немножко. О, какая радость. О, блядь, топорик. О, аптечка, блядь. И вторая аптечка, сука. О, блядь! Сохранил патрончик. Ах ты, сучара. Без труда не вытянешь и рыбку из труда. Сука, блядь, чё мне это? Не рубится. Не рубится. Может, это не в этой части? Ладно, пизду. Давайте там, по-моему, ключик был. Поэтому надо развернуться, что прям рука болит. Ого, а чё у меня столько много перек... Со всех сторон, что ли, блядь? Так, это не переключатель. Я понял. Здесь тоже ничего. Так, ладно, ну... Одно место остается, куда идти. Давайте мы... Вот здесь аптека. Где?
21 патрон. Где-то прям здесь вот ходит, блядь, педрило. Ну. Это желтый ключ был? Понятно. Ого. Ой, блядь, а. Сука, прям. Створя. Ручками что-то перезаряжать надо, чего он автоматом нет. Так, хорошо. Сука, где-то там плещутся, бегают. Дайте мне обрезик, мой любимый. Нет? Ёбаный в рот, откуда? Ах ты, сука. Ты посмотри, какая тварь. Так, ладно, поедем. Ой. А вот, кстати, дверь. Ёбаный в рот. Тварь. Что-то где-то открылось. Скорее всего, вот это опустилось, хер. Пошли вы нахуй. Пока. Тварь. Это еще, блядь, что за херня, а? Мы так, сука, не договаривались. Блядь, гранат нету, сука. Блядь, твою мать. Нажал, типа, случайно на Т. И, блин, вместо... этого начал писать. Так, смотрите, сука, появилось там. Твою мать, а? Манкубус тут. Блять, жирная хуйня. А это еще что? Блять, здесь, сука. Бля, патронов нет, нихера. Хоть что-то. Так, не 700, нихуя себе. Пизду, понятно, блядь. Не на ту кнопочку нажал. Да не может быть, сгорели ж. А, хуй там сгорели. А чё, кстати, секрет? Секрет тут два, кстати, всего. О, а мы же здесь не были еще. Ну нахуй. Ты есть секрет.
О, теперь моя душа спокойна. Так, подождите, все равно секрет-то все равно мы не сделали ничего. Так, давайте посмотрим, что может быть. Так, там точно ничего не может быть. Здесь тоже ничего не может быть. Где-то что-то в стенах. Какие-то сюрпризы может быть, не? Здесь, мне кажется, смотрите, вот место побегать есть. Как туда попасть? Может быть, это просто нарисовано. А, стоп. Ага, хуй. Так, а если мы... Хуй, если мы... Вот, смотрите, здесь. Что значит? Типа, открой меня. Ага, хуй. Блять, это уж там люди были. Очень жалко. Так, здесь выход, я понимаю. Да? Да. Но выход-то не нужен. Ого. И тем самым их два секрета, да? С одной и с другой стороны. Блять, это я что-то ебанул, не то, кстати говоря. Можно было, конечно, побольше, но... Так, а что у нас? Да, 100. Хотя нет, это за один секрет. Так, секунду. Ага. Хуй он там даст мне что-нибудь это. Так. Вначале может. Вот здесь, допустим, да? Ну, это нечестно. Такого в игре не прописано, да? Короче, хер знает, ладно, я на выход. Ну что ж, друзья, с вами был Сафир Тритройки на канале ProGamer Television. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.